Рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня с очередным обзором моей покупки с Алиэкспресс. Это набор крючков. Стоимость у него была достаточно высокая. В принципе, кому необходимо просто вот одни эти крючки, можно их купить гораздо дешевле. Но я просто захотела в наборе и приобрела вот такой набор. То есть эти крючки, вот это идет один набор, но часть крючков и принадлежностей вот в такой коробочке, а часть крючков в упаковке. И сейчас вот такая вот защелка. Коробка нормального качества. Вот такие ножницы я покупала для вышивки. Мне они очень нравятся. То есть я ими очень довольна. Я их покупала, по-моему, по доллару. Один раз купила за доллар, второй раз за полтора. Так что ну, где-то такая приблизительно до $2 одна пара ножниц. Дальше у нас вот дополнительные спицы разного размера. Вот такие вот для выполнения кос. Вот так же здесь схемка такая. Вот разного размера. Три штучки в упаковочке. Иглы для сшивания. Яркие, красивые. Вот две ярко-оранжевого цвета. И чуть побольше и чуть поменьше голубого цвета. Также есть вот такие вот стеночки, это можно коробочку использовать еще и вот с такими вот разделителями, но мне они не нужны. Набор вот таких вот крючков, то есть в гривнах где-то набор был 200 гривен, $8. Вот такие крючки я видела, можно отдельно купить за 48 гривен. Там же на Алиэкспресс. Это все очень маленького размера. Вот 0,9, единица, самый маленький, сейчас вам скажу, по-моему, 0,6. Вот 0,6, 0,9, 1,2, 1,75. Вот 0,75 еще есть. Вот такие вот размеры. Это маленькие крючки. Так. Сантиметр. Такой вот сантиметр. Также присутствуют и сантиметры, и дюймы. Наперсток, я так понимаю, вот заглушки для спиц. Вот мои любимые бамбуковые спицы, к примеру, покажу вам. Подходит и одна, и вторая. Хотя вот эта пятерка. Ну вот, это лучше будет заглушка на пятерке. Вот. Дальше у нас маркеры. Можно для отмечания начала, середины ряда, проймы. Ну вот, в общем-то, такие вот приятные штучки вспомогательные. Дальше у нас два счетчика рядов. Я видела гамовский счетчик рядов, они ну, похожи, в принципе, но там все болтается. Здесь ничего не болтается. Вот, например, ставим, все нормально, ничего не спадает. И фокусироваться не хочет. Ну вот, если мы поворачиваем циферки, вот, например, ставим 65, да, то пальцем вот мы не сбиваем, так как в гамовских там просто дотрагиваешься, все прокручивается уже. То есть достаточно жесткие вот эти вот ролики, то есть сами они не будут перекручиваться. И чуть поменьше также одевается. И все крутится, все цифры, изображение всех цифр есть. Вот такие вот приятные помощники. Так. И
Вот такие вот крючки. Вот такие вот крючки. Ручка у них гнется. Вот. Она такая прорезиненная, но приятная. Выбиты номера. Значит, самый большой у нас номер здесь. Это десятка. И самый маленький номер это вот, тройка. Достаточно удобно вязать. Крючки приятные, легкие, не тяжелые. И сейчас я вам покажу один из крючков в работе. Вот, возьмем тройку. Вот я уже связала здесь небольшой образец. Это пряжа ангора. И посмотрим. Вот столбики с накидом. Все гладенько, так как у меня есть набор бамбуковых, но ангору, конечно же, мне приятнее вязать крючком металлическим, чем бамбуковым. Скользит, легенький такой, приятный. Я рекомендую этот товар. Опять-таки, можно все покупать по отдельности. Я покупала это все в наборе, так как мне просто понравилось, что все вместе, все в коробке. Вот. Как видите, никаких затруднений меня не вызывает вязание этим крючком. Приятно, мне понравилось. Вот. Эти крючки я не пробовала еще. Нужно будет попробовать на тоненькой пряже. Ну, а эти крючки мне нужны были для того, чтобы вязать одежду для Барби, для кукол моей дочки. Ну, так что такие мелкие размеры мне были нужны. Вот такой вот видеообзор. Думаю, что будет полезным. Обязательно оставлю ссылку на продавца. Но, конечно, не обещаю, что эта ссылка будет работать долго. Бывает так, что уже и магазина нет, и продавца. Но, по крайней мере, пока она работает. Вот. Доставили очень быстро. В течение 2,5 недель. Даже ну, вот, почти до 3. То есть очень быстро. Я довольна продавцом. И, в общем-то, никакого брака не было. Так что желаю вам удачных покупок. И до скорых встреч на моем канале. Всем пока-пока!